Вот у скинии священной, поборов и стыд, и страх, Анна молится смиренно в сокрушении и слезах. Цель ее мольбы желаний, чтобы Бог ей сына дал, сына высших дарований, чтобы он пророком стал, и услышал Бог моленье. Анне дан был Самуил, он великое служение для Иеговы совершил. Так сильна молитва веры, ей отказа свыше нет. От Творца дары без меры получаем мы в ответ. Матери, Творца просите о семействе, о детях, от Него ответа ждите с твердой верою в сердцах. Научитесь на служение ваших деток посвящать, чтобы с неба откровенье пролила в них благодать. Богу правды посвящайте им неспосланных детей, в них молитвой воспитайте для него служителей. Самуилов и пророков дайте людям на земле, чтоб забылись тень пороков, вечной Господу хвале. Аминь.